Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 11 сделать скриншот. Существует даже несколько способов. Первое — это нажимаем клавишу громкости мисс и клавишу питания одновременно. Делаем скриншот. Второй способ. Давайте зайдем в настройки. Тремя пальцами смахиваем вниз и можем нажать прокрутка. Как видите, таким способом мы сделали длинный скриншот. Нажимаем сохранить. И последний способ. Открываем шторку и здесь нажимаем снимок экрана. Наши скриншоты можно найти в галерее, папке альбомы, снимки экрана. Здесь находятся все наши снимки экрана. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!